И в продолжении экономической темы, в этом году профессиональный праздник предпринимателей, традиционно отмечаемый в нашей стране в последний день весны, стал для организаторов форума «Юг России» для современного бизнеса знаковым мероприятием. В краевой столице провели в юбилейный 5-й раз. И снова обсудили перспективы и возможности, на которые коммерсанты из самых разных сфер могут рассчитывать, начиная собственное дело на Ставрополье и в соседних регионах. Зачастую наши предприниматели не знают, куда обратиться вообще за какой-либо поддержкой. Поэтому наш фонд для этого и существует. Мы, конечно, можем им оказать эту консультационную поддержку для того, чтобы направить в нужный им фонд для получения субсидий, грантов. Наш фонд может оказать как финансовую, так и нефинансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрировано в Ставропольском крае и ведущих деятельность на территории Ставропольского края. Мы также можем направить обратившихся к нам субъектов МСП в наши соседние фонды. Мы находимся в одном здании, Пушкина 25А. Здесь сосредоточены все 4 фонда подведомственных Минэкономразвития Ставропольского края. В рамках форума наградили представителей лучших брендов СКФО. Это компании, достигшие заметных успехов в прошлом году. Кто-то создал уникальный продукт, кто-то вышел на международные рынки. Главный критерий – успешность и узнаваемость бренда. Награда для нас является очень престижной. Получают ее компании, которые в 2017-2018 годах стали новаторами здесь, в Ставропольском крае, и стараются вывести продукцию нашего региона не только на рынке России, но и на внешние рынки, что соответствует задачам государства и президента Российской Федерации.